На улице Русской невнимательность водителя автобуса привела к аварии. Доказательством вины рулевого ДЭО стала запись видеорегистратора. Автомобиль марки Toyota Caldina направлялся по улице Русской в сторону проспекта Столетия Владивостоку. Мужчина за рулем Toyota сообщил, что в районе дома 59/3 он заметил стоящего на обочине пешехода. Учитывая, что в этом месте расположена зебра, автомобилист нажал на педаль тормоза, собираясь пропустить человека. На кадрах, сделанных видеорегистратором «Универсала», видно, как в момент начала движения пешехода Caldina получает сильный удар сзади. Как оказалось, водитель пассажирского автобуса 60-го маршрута отвлекся во время движения и не успел среагировать на затормозившую впереди Caldina. Во время столкновения в салоне Deo находилось около 15 пассажиров. К счастью, никто из людей в аварии не пострадал. По словам очевидцев, не последнюю роль в дорожно-транспортном происшествии сыграла скорость автобуса. Будь она чуть меньше, и столкновение вполне удалось бы избежать. Повреждения, полученные иномаркой, оказались серьезными, но это не помешало машине добраться до места стоянки своим ходом. Владелец Caldina рассчитывает, что страховых выплат по ОСАГО ему вполне хватит для восстановления автомобиля. Автобус будет ремонтировать компания-перевозчик, потому как авария произошла по вине рулевого маршрутного транспорта.